Привет. Сейчас я поставлю на паузу и скину ссылки в чаты и в группы. Буквально на несколько минут, минуты три. Так. Вот новый сезон. Я еще не начинал. Поэтому погнали его начнем. Я из Донецка. Кому как нравится. Уж сами решайте. Украина это или нет. Окей. Ну что, мне попробовать в бак залететь, если будет Венеция. Окей, это какая область? Блин, я хотел Венецию реверс, я хотел попробовать залететь в бак. Или глич, кому как нравится.
Ой, я забыл, что два круга, блин. Так, первая гонка сезона. Сезон открыт для меня. Плюс 5. Сколько сразу наград дали? Опа! Дима, привет тебе. Давайте Венецию реверс. Я хочу в Галич поехать. Мне, если честно, по барабану на рейтинг. Вот. Галич это прикольно. Привет, Лайм. У меня несколько раз получалось сделать этот глич. Я катал в межсезонье, в свободной гонке. Все время пытался его сделать. Когда-то получалось, когда-то нет. Ай, блядь, ладно. Теперь точно поеду. Нет, походу не выйдет. Его там, походу, развернуло, занесло. Дима, это твой любимый 31-й маг там дорогу перегородил, ты видел? Его заносит по 5 раз за гонку. Почему ты его любишь? Какая-то дичь. А то тоже пытался в глич заехать. Еще один может быть. Ладно. Глич не прокатил в этот раз.
Да у меня получалось несколько раз. В межсезонье я катал. У нас в этот раз что-то пошло не так. Уже запланировал стрим, так постримлю, а потом зайду почитаю, что вы там обсуждаете. Блять, Гвиана реверс, это что за извращенство вообще? Давайте хотя бы в пещеру поедем. Hello, Francesco. I will try to don't knock you down, but I don't know. Ну поехали уже, блядь. Блядь, два круга опять. Мне пизда походу от Макларена или нет? Пронесло. Блять, я думал, он среднюю возьмет. Сколько она. Ладно, уже одной рукой телефон держу и так доедет. Чё, погнали в мюнхенский поездец?
Сколько можно два круга выбирать? Привет. Ай, привет, привет. И сразу врезался в поезд. Кто не хочет сектор реверс ехать? Привет, Серега. Стрим будет идти еще 40 минут.
Вот, ну за такую комнату, по идее, нормально насыпать должны. 20, неплохо. Ну, первым поставили, что тут без вариантов, как говорится, это Альпы. О, Серега, здорово. Попался. Ай! Ух! Ё-моё, пиздец! Придется выходить, что поделать. Все понятно с этой гонкой, Тормозись ты быстрее, слушай. Полчаса пройдет, пока эта гонка начнется. Скоро, кстати, будет Final Cup 2. Вулканы на этой трассе. Вот такая небольшая тренировочка сейчас будет. Надеюсь, аварий будет немного. Кто не в курсе, Final Cup 2, там будет за топ-3 даваться Вулкан.
Ну, конечно, читаки, наверное, займут этот топ. Вот такой будет кубок. Сейчас идет на К1 в Сан-Диего, а следующий будет на этой трассе на Вулкане. Ну и по логике вещей третий будет на Мослере в драконовом дереве. Ну, я знаю, Серега любит не Ладу Реверс, поэтому я ее и выбил. Походу пещера будет все-таки. Тут какой-то не может зайти чувак, из-за этого мы не едем, насколько я понимаю. А нет, поехали. Да, я видел на твоем стриме у тебя, да. В Патагонии небольшие лаги были. Опа-на. Иногда он подкрался незаметно. Я, кстати, случайно занокал. Такой довольно стильный нок по касательной получился. Спасибо, Серега, что уступаешь. Так. Альпы катали, пещеру катали, а вот барса еще не катали. Привет, Каур ТВ.
Ой, прекрасно, прекрасно, блядь. Да, что происходит? Блять, не вижу смысла дальше ехать просто. Петушок. Петух в Дубае, это гениально просто. Это, наверное, лучшая в кавычках трасса для этой машины. Блин. Чувак на петухе стопудово 3 круга ставит, а что ему еще делать? Было бы 10 кругов, он бы 10 ставил. Петух только к концу первого круга разгонится, наверное.
Мне осталось, по-моему, 3 чертежа на него. Я после того, как вернулся в игру в ноябре, вот прошло уже почти 3 месяца, мне на петуха дало только 1 чертеж за это время. Такие дела. Ой, блядь, все. Ну, гениальный стрим просто, блядь. Ой, блядь. Ну, вот 174 на этом аккаунте. Хватает, ну, просто я почти 8 месяцев не играл и, ой, блядь, никуда не шел. И если бы я играл, то было бы, наверное, 190 у кого того. Господи, ну если я здесь зараканю, то, наверное, пора стрим заканчивать. Я не знаю, что за хуйня сегодня. Ура! Не зараканил. Ну, в Лондоне я уже просто на отвали, наверное, ехал без концентрации. Отрыв был нормальный. Просто косячно залетел на трамплин. Вот и вся хуйня. Ура! Я затащил. Боже мой. Чему я радуюсь, господи. Первую гонку затащил, блядь, на стриме, наверное. Ну тут выбор очевиден, речной форт.
Я, кстати, не знаю, почему у меня до сих пор не меняются цены на машинки. Например, на Devil у меня до сих пор стоит 14,5 тысяч жетонов. Хотя в группе списали, что он уже типа 5 лямов. Но у меня по-прежнему жетоны. Ну, не скажу, честно сказать. Он раньше хорошо гонял, а сейчас как-то, не знаю, не впечатляет. Я с ним гонял еще, когда утка была имбой в сети, вот тогда мы с ним реально тащили. Понятно. Все понятно, блядь, сегодня. Да пиздец, не знаю, не мой день. Да, все-таки озеро выбрали. Я хотел тоже веселухи немножко. Вот тут была, может быть, багованная бочка. Повезло. Ну, я хочу сектор, но все за око Лондона.
Блять. Да. Похуй же, если честно, сколько там сняли. Это мой 8-й стрим, я так никогда не нубасил. Это что за пиздец сегодня происходит? Делайте ставки, господа, когда будет авария. Сегодня по-другому не получается. Без аварий. Ну вот 19 хотя бы. I'm reaching out for the easy high. Please.
Я думаю, это будет последняя гонка сегодняшнего Нубарыва. А вот у нас попался Дима. Привет. Ну, может, после этого еще одну. Не знаю пока. Привет. Так, я походу последний стартую или нет? Да. Ну что ж, в итоге я набрал 66 очков рейтинга. Это очень плохо, я считаю. Да, довольно много ракования сегодня, но тем не менее, да, без проблем. Тем не менее, спасибо всем, кто смотрел мой сегодняшний Нубары. Надеюсь, вам нравятся гонки с подобной камерой. Это довольно необычно, я считаю. Все, спасибо, спасибо, ребята, всем, кто поучаствовал. Всем пока.